Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. Сегодня мы с вами будем тестировать еще одну новиночку от компании Faberlic, которая у нас вот в этом 18-м каталоге будет. И мы с вами уже вместе тестировали одну из новинок. Это была маска из серии коллаген О2. Я показывала вам прямо на камеру, как она работает с результатом до, с результатом после. И вы в комментариях отмечали хороший эффект от воздействия этой маски. Ну и сама я, конечно же, поняла, что результат до и после, он просто разительный. Маска мне действительно очень понравилась. И как это все происходило, можете посмотреть видео. Вот здесь сверху есть ссылочка. Я на эту тему записывала видео. А сегодня мы с вами будем тестировать еще одну маску из другой новой серии. Это серия Be Royal, серия, которая содержит золото самой высокой 999 пробы, 24 карата. Понятно, что это золото не куском. Содержится во всех уходовых средствах вот этой линейки. А масочка – это не единственный продукт, не единственная новиночка в этой серии. У нас полноценный там есть уход. Так вот, золото не кусками здесь, безусловно. Очень тончайшая фольга из золота, которая обладает определенными ценными свойствами. Она способствует проникновению питательных веществ, которые содержатся в составе самой маски внутрь кожи и ускоряют метаболизм в клетках кожи. А кроме того, золото обладает антиоксидантными свойствами, что тоже благоприятно для нашей кожи. В общем, вот такими свойствами обладает золото. И плюс в составе еще содержится экстракт восточной пчелы. А мед, он очень ценен, гораздо более ценен, нежели тот мед, который получен в наших условиях, потому что это мед от пчел, которые вырабатывают его в сложных природных условиях, и понятно, что там очень много полезных веществ в том меде, да, и вот он применяется также в составе этих средств. Но это было такое отступление, а теперь давайте мы перейдем к маске. Я вам ее уже продемонстрировала, как выглядит упаковка. 1574 артикул. И здесь вот все, что я вам рассказала. Золото 24 карата и медовый экстракт в составе. Давайте я ее вскрою и посмотрим, как она выглядит. Я не знаю, честно говоря, потому что это первый мой опыт. Очень хорошее увлажнение снова. То есть много здесь вот прям жидкости в руках, прям тяжеленький такой вот этот пакетик. И смотрите, вау, она прям уже золотая, да? Я прочитала предварительно, что масочку нужно наносить вот этой, не золотой, а вот этой вот стороной к лицу. Вот эта масочка, смотрите, она такой же формы, как и коллаген О2, как гейша, да? Вот я в прошлом видео кем только не была, и лунтиком была, да, то есть марсианином была. И кто-то мне написал, что Татьяна, вы похожи на аватар. И аватаром я была, и Клеопатра после того, как вышла из ванны с молоком, да, вот такие впечатления были. А вот сейчас я, кем же я буду? Давайте придумаем с вами. Посмотрите. Золото будем прям сусальное наносить на себя, да? Ой, вот эта маска легче наносится. Холодненькая такая, знаете, прям ощущение холодное. Прохладно кожа. Но это потому, что она очень хорошо увлажнена. О, золото скифов придумала. Все. Сегодня у нас золото скифов на лице. Так, а здесь что? А, здесь вот так вот. Я опять смотрю на камеру, а надо смотреть в зеркало. Сегодня я не забыла зеркало, захватила с собой. Естественно, маска наносится на предварительно очищенную кожу лица. Ой, какая же красота! Прям золотая-золотая. Понятно, что вот это золото, это бутафория, вы понимаете, да? То есть то золото, которое обладает активными свойствами, оно содержится с внутренней стороны. Даже не с внутренней стороны, а в самом составе, которым пропитана эта масочка. О, красотень! Представляете, какая же красота! Может быть, такую маску на Новый год одеть, как элемент костюма, из-за угла выйти и кого-нибудь так
неожиданно осчастливить. Здесь вот, может быть, она сложена была не очень хорошо. В общем, что я хочу сказать. Вот та маска с коллаген О2, она на какой-то гелевой основе, на какой-то пленочке, да, была нанесена, и она такая вот, как гелевая основа была, а это плотная такая маска. И та была расположена между двумя слоями, дополнительно защитными слоями, ее нужно было отделять, а эту нет. Просто вот достали, как обычную тканевую маску нанесли. Но она вот именно по плотности, она гораздо плотнее, чем обычная тканевая маска. Ну что, опять пойду в нирвану на 15 минут. Вот в той маске было написано на 20 минут, ну 15-20. А вот в аннотации к этой маске написано на 15 минут достаточно. Сейчас время засеку, откинусь вот так вот и буду получать удовольствие. И к вам вернусь, конечно же. Девочки, знаете, мне захотелось кое-что проделать, и я вам сейчас покажу. Видите, вот здесь маска отстает от кожи, а мне хочется, чтобы она как раз оказала свое действие. Я аккуратно, вот ножничками, чтобы не ткнуть в глаз, сделаю вот здесь вот такой надрез. Даже можно поглубже еще сделать. Сейчас нос отрежу маски. Мне хочется прилепить вот этот кусочек. Ага, я еще не прорежу. У меня ножницы, меня не слушаются. Так, сейчас попробую еще. Вот так вот, видите, мне хочется прилепить, чтобы все-таки к нижнему веку. И здесь вот подпитка была нижнего века, иначе просто маска отстает, и это очень неудобно. Вообще, я бы сказала, размер этой маски сам по себе не сильно удобен. Гораздо удобнее вот у той, которая с коллагену 2 была. Дело в том, что, во-первых, она по себе как-то плотнее и хуже пристает к лицу, а во-вторых, вот смотрите, размер глаз, да, то есть если у кого-то далеко посаженные глаза, то будет очень сложно, даже мне сложно, несмотря на то, что у меня достаточно близко посаженные глаза, и все равно мне хочется ее как-то вот сюда подтянуть немножечко, да, и получается, что у меня внешний уголок глаза тогда закрывается, и мне не сильно комфортно от этого. То есть вот здесь вот с размерами маски большой вопрос. И да, у нее вот такой вот широкий размер, как бы все хорошо здесь захватывает лицо, но вот относительно формы глаз, вот здесь вот, на мой взгляд, есть некие неудобства. В общем, все вот сейчас подрезала, видите. Можно даже еще состав вот отсюда немножечко забрать, потому что здесь много осталось масочки. Я вам сейчас покажу. Вон, видите, там еще жидкости достаточно количество. Может, не так хорошо видно. Давайте я, знаете, как сделаю? Как это обычно я и делаю? Вот сюда вот, на руку. А, и не так уж и много, как мне казалось. Или, может быть, она не такая жидкая основа. Да, она, знаете, не сильно жидкая. Смотрите, какой прикол. Она не сильно жидкая, она вот, видите, еле-еле растекается. Но там достаточное количество, просто нужно было с самого дна ее немножечко поднять, эту жидкость. Куда еще вот сюда вот на шейку можно нанести. Вот так вот. Я просто только-только откинулась, и перед тем, как это сделать, посмотрела в зеркало и увидела вот этот момент, что вот здесь вот очень сильно как бы отстает маска там, где хотелось бы, чтобы она наоборот поработала. Видите, какой нюанс. Вот здесь тоже отстает. В общем, но вот здесь, да, действительно, ну, такое еще достаточное количество. Можно использовать просто вместо сыворотки, например. Или же потом повторно попробовать использовать эту масочку, потому что, на мой взгляд, это такой вот ценное золото. Его нельзя просто так выбросить. И достаточно количество. Сейчас еще вам покажу. Вот назад я все это. Вот, смотрите, сколько. Видите, даже вот здесь видно, что собрано внизу. Вот, вот. Это целый слой вот этого эликсира живительного. Ну все. Все вам показала. Пошла теперь в нирвану. Откидываюсь.
Ну что, прошло 15 минут, я к вам вернулась. Масочка немножко так уже подсохла, впиталась. И прям чувствую плотное такое прилегание. И давайте. Слушайте, ну результат-то шикарный. Посмотрите. Вау, я не ожидала. Я думала, что результат от действия этой маски будет хуже, чем от коллагену 2. Не знаю, вот почему-то по моим ощущениям так было изначально. И тоже очень хорошо увлажнена кожа. Посмотрите, как посвежело лицо. Просто. Шикардос. Вот такая масочка. Огонь. Слушайте, как вам? Пишите обратную связь в комментариях. Я опять как в замедленной съемке, знаете, не могу прям вот насмотреться. Ну реально же, и морщинки потянулись, и кожа, посмотрите, какая гладенькая, бархатистая, прям так здорово вообще. Даже вот эта моя морщинка разгладилась. Ёлки-палки, класс, очень здоровский результат. В общем, однозначно рабочие масочки и та, которая с коллагену 2, и вот это вот, очень шикарно, просто шикарно. Слушайте, мне нравится. В общем, замечательно, просто замечательно. Так что вот такие дела. А, ну что ж, вот на этой позитивной ноте еще раз покажу вам эту масочку. Вот такая красота. Буду завершать данное видео. Если вам это видео было интересно, полезно, ставьте лайк. Посмотрите видео с маской с коллагену 2, сравните, как вам результат. Мне даже кажется, вот этот результат прям меня больше потряс, мне больше нравится. Я не знаю, конечно же, из коллагену 2 там шикарное было воздействие на кожу. Но вот это просто что-то бомбическое, просто бомба. Понравились обе масочки. Вот, от вас жду обратную связь в комментариях и буду завершать это видео. Если оно вам было интересно, полезно, ставьте лайк по данным видео. Если не подписаны еще на мой канал YouTube, подпишитесь на мой канал Telegram, там гораздо больше информации, и она более динамичная, чем здесь, более свежая. Всегда первую информацию я размещаю именно на своем канале Telegram, а потом уже и на YouTube, потому что, сами понимаете, снять видео и не на одну минутку, это время смонтировать, залить и так далее, то есть здесь требуется время. А на канале Telegram что там, включил видео в кружочке и тут же начал снимать, да, и тут же отправил на канал, и к каналу привязан чат, где мы можем с вами общаться, где вы можете задавать свои вопросы, так что жду вас там. А я говорю вам всем пока, до новых встреч. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Увидимся в новых моих видео. Пока-пока!